Уважаемые луничане, я думаю, что после этого короткого спортивного празднества вы, наверное, все-таки определите своего ребенка, либо чтобы он ходил на фигурное катание, либо чтобы он занимался хоккеем. Ведь здоровье, радость детей – это превыше всего, чего хотят родители. Милости прошу и приглашаю вас заниматься фигурным катанием или хоккеем. Всего самого наилучшего вам!